Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Какого? Так и знал, вот и он. Истинный потенциал. Позволишь мне научить тебя правильно? Они с Алексией как дикие животные, ей-богу. Своими действиями ты поверг столицу в хаос. Серьезно думаешь, что я позволю тебе уйти? Уже сейчас все рыцари приготовились к бою. Каждый в столице, каждый в королевстве Мидгар отныне твой враг. И бежать тебе уже больше некуда. Бежать? А кто бежит? И куда? Да и зачем? Что это? Нет, не может. Это слишком. Игры закончились. Я сам. Да, ну ладно, покрасовались и хватит. Владыка Теней принимает активное участие. Поспешим и доведем дело до конца. Направим группу в город Беззакония и продолжим... Кстати, а что с Хёра приключилось? Что с Хёра говоришь? Сказал, что вроде как долго работать будет. Но ведь начался учебный год. Тысяча чертей, когда же я на большую землю-то вернусь, а? Не отвлекайся, сопляк! За леской следи! Простите меня, простите! Мне правда стыдно! Я все поверить не могу в произошедшее на фестивале. А что случилось? Ну, это... демон по имени Тень. Что за демон? Я видел издалека, когда от родственников возвращался. Магическое сияние накрыло аж целую столицу. Все так выглядело, словно там самый настоящий врата в ад распахнулись. Блин, жаль, меня там не было. Вот если бы я только в городе был, стольких бы девчуль утешил. Перестарался со светопредставлением. Bitches, bitch, I'm bringing a bitch, I shit a triple threat. Scarf and call the doors and come inside.